бороться с колорадским жуком очень сложно, но я знаю один проверенный способ. Победить этого вредителя нам поможет Чистотел. Нам понадобится 10-15 взрослых цветущих растений. Обратите внимание, что я работаю в перчатках и в фартуке, потому что сок Чистотела очень сильно пачкает руки и одежду. Измельчаем растения. В ведро воды вливаем стакан раствора хлористого кальция. Его можно купить в аптеке. Добавляем измельченный Чистотел. Перемешиваем. Настаиваем сутки и процеживаем. После этого добавляем 40 граммов жидкого мыла, чтобы настой лучше прилипал к листьям. И обрабатываем картофель. Горький сок растения отпугнет личинок колорадского жука. Хорошего вам урожая картофеля!